С 1 июля поднимутся цены на бытовой газ. На данный момент стоимость 1 килограмма газа составляет 41 рубль 63 копейки. Однако уже с 1 июля он подорожает почти на рубль и будет доставляться в дома красноярцев по цене 42 рубля 46 копеек за килограмм. Напомню, последний раз повышение цен проводилось в июне прошлого года.